нахер. Готов! Начинается! В закусочной Уиллоус полно припасов, в которых так нуждаются жители Элсфорда. Если мы отобьем ее у КНА, сопротивление сможет заручиться поддержкой в этой зоне. Уровень угрозы терроризма высокий. Внимание! КНА хранила запасы продовольствия в закусочной Уиллоус. Да, а теперь, ну, когда ты ее захватил, мы сможем раздать эту еду жителям города. Спасибо тебе, Брэди. Вы готовы? Вперед! Стрельба! Вперед! За дело!
Или Альфа, это Шанис. Говори. Говорят, чучело отвели Уокера к Симпсону. В ратушу нам не проникнуть. Будем за ним следить, вдруг Уокера переместят. Понял тебя. Будь на связи. Вместе мы это сделаем! Лежать! Ложитесь скорее! Все в стороны, живо! Здорово, что ты уничтожил запасы газа. Чем меньше газа останется у КНА, тем лучше для всех. Готовы? Чувак, убери эту штуку! Мы не хотим раскачивать мост. Прочь! Прочь! Обращаемся к Ашу. Или Альфа, вызывает Шанис. Слушаю, Шанис. Машина, ехавшая к ратуше, была приманкой. Они знали, что мы следим. Прекращай операцию! Они заманивают тебя в ловушку. Прекрати преследование и выбирайся оттуда. Мы уже
месте! Заслужили, они были хорошими людьми. И разведданные об Уокере тоже пропали. Почему они это сделали? Они знали, что мы готовим. Господи, какой ужас. Не вини себя, Брэди, ты сделал все, что мог. По крайней мере, теперь Эрлстон поддерживает нас. Тебе лучше отправиться в подземку. Пэриш тебя там ждет. Надеюсь, он знает, что делать дальше. Это приказ Кайна. Прекратите недисциплинированное поведение и разойдитесь по домам. Шанис, это Филиальфа. Шанис? Ответ. Шанис! Слушаю. Ты в порядке? Шанис? Блядь! Вперед! Вот оно! Вы готовы? Вперед! Сделаем вместе! Давайте сделаем это! Пора! Пора за дело! Черт, я ухожу. Не хочу видеть, как тебя пристрелят. Все, вот оно! Вперед, за дело! Верните наших детей! Вперед!
что не было действительно. Мы справимся. Меня не остановить. Являются олицетворением их армии. Оно изящно, высокотехнологично, стремительно. Это Фили Альфа! Нам здесь срочно нужна помощь! Эй, Брейди, тебя ищут Пэриш. Они с Даной в командном пункте. Брейди, я видел, как пылал полицейский участок в Эрлстоне. Это зрелище расшевелит людей. Если все выгорит, с меня пиво. Мы должны бы уже узнать, где он. Хоть что-то. А вдруг его убьют? Как мы начнем революцию без Уокера? Знаешь, людям нужен герой, за которым они пойдут. Тут мы бессильны. Мы можем лишь дальше сражаться. Эй, Брэди, друг. Заходи, заходи. Ты фантастически справляешься. Такими темпами ты скоро сядешь на мое место. Приятно, что хоть кто-то знает, что делает. Смешно. Эй, кто вызвал скорую? В чем дело, док? Что вас привело сюда, доктор? Кто-то сказал, что мы нашли пласты? Слушай, Кроуфорд сообщил. В КНА знают про арсенал. Скоро атака. Что ты сказал? Потеряем его, потеряем все. Все оружие, снаряжение. У тебя есть время отвести людей. Но не без оружия. Оно нужно для восстания. Мы не можем воевать ложками. Нет-нет, нужно все вывести. Найти, куда все спрятать. Нужно опередить их. Ударить раньше, чем они. Да. На эвакуацию все равно нужно время. Остановим их. Устроим им засаду. Ну, хотя бы взрывчатки у нас полно. Хватит, чтобы чучхейцы долетели до Пхеньяна. Любишь фейерверки, Итан? Это что, смешно? Шутишь об убийстве, словно это пустяки? Эй, док, в прошлый раз я победил в дебатах с помощью винтовки. Куда мы спрячем пушки? В безопасное место. Лучше в несколько. Так что... Эй, док. Нужны твои клиники. Ты псих? Прекрасно. Когда революция начнется, оно будет там, где нужно. Нет. А если его найдут? Они всех казнят. Мои люди под ударом. Решение не идеальное, док, но мы на войне. Я 4 года просил, занимал, крал, чтобы клиники открылись. Да это даже не клиники. Но других нет. Только они есть. Мы будем осторожны. Прости, выбора нет. Да черт с тобой. Дерьмо. Его люди. Супер. Ладно. Доберись до арсенала и устрой засаду. Мы с Даной соберем всех, кого сможем, и придем туда же. Только не веселись без нас, Итан. Слушай. Тебе нужно задержать их до нашего прихода. Нам нужно это оружие, пойми меня. Не подведи. Эй, Дана, идем. Нам пора. Я поговорю со своими. Встретимся там.
это Филиальфа. Всем бойцам, Нед в беде. Немедленно к арсеналу. Нам всем нужно бежать к Неду. Давай, ты нам нужен? Нам нужно в арсенал. Ты со мной? Тебе понадобится пушка помощнее. Возьми гранатомет, ощути разницу. Видела бы меня мама. Прическу бы точно не оценила. Нед и его бойцы в беде. Пошли! Помочь ему, чем сможем. Давайте, надо идти. Я готов. Идем. Это Нед, всем отрядом. К нам в дверь стучится КНА. Срочно нужна помощь. Мы пытаемся вывести оружие, но если мы их не сдержим, потеряем все. Поспешите сюда, если можете. Нед, я пришлю к тебе Брэди и всех, кто свободен. Мы с Даной соберем наши отряды и придем как сможем. Держитесь, нам необходимо это оружие. Постараемся, Джек. Нед, нам с ними не справиться, нужно отступать. Мы все еще грузим оружие на грузовики. Ты должен придумать, как их задержать. Твою мать! Хорошо, Нед, но не тормозите! Брэди, пиздец, как нужна помощь! Мы должны удерживать чучки, пока Нед грузит оружие. Идем! Вали! Вали! Прикройте меня, атакую! Так, стой! Атакую противника! Первые грузовики уехали. Вы молодцы, так держать. Граната! Нужно дать время Неду. Сколько еще нам держаться? Еще два грузовика в пути. Нужно еще немного продержаться. Их здесь дохера, нам их не сдержать! Нет! Тут пиздец! Парни, вы готовы? Вступаю в бой! Нужно отступать. Мы все еще грузим оружие на грузовики. Ты должен придумать, как их задержать. Твою мать. Хорошо, Нед, но не тормозите. Брэди, пиздец, как нужна помощь. Мы должны удерживать чучки, пока Нед грузит оружие. Идем. Стреляю!
ними не справиться. Нужно отступать. Мы все еще грузим оружие на грузовики. Ты должен придумать, как их задержать. Твою мать. Хорошо, Нэн, но не так. До машин раньше ублюдков из КНА. Быстрей, за мной! Это Дэпэриш. Чучхи окопались, мы не можем пробиться. Нужно посмотреть. Они прорвались! Назад! КНА штурмует нашу позицию! Долго мы не протянем! Их здесь до хера! Нам их не сдержать! Надо удержать их, пока машины не загрузят. Рассредоточьтесь, каждый берет свой сектор. Они прорвались! Назад! Защищай машину! Они нас заблокировали. Тебе не пробиться. Даже что у тебя? Нам их никак не обойти. Дирижабль от нас не отстает. Придется отступать. Блин. Черт возьми, Джек. Ладно, мы вывезем оружие из листовки, пытаемся. А вот и очередной грузовик. Мы вывезли большую часть тяжелого оружия. Держи. Где, блядь, подмога? Где, блядь, Перес? У нас нет шансов. Нет, нам нужно уходить! Возьмите себя в руки! Еще чуть-чуть, и мы закончим! Нет, нам не продержаться! Прижмите их! Давай, Фредди, у нас нет времени!